блуза, которая называется «Милана». Это и твой выбор сегодня. Mm-hmm. И самая-самая низкая цена, всего лишь 890 рублей. Лот 87-739 для вашего легкого, быстрого, возможно, первого заказа. А вот цветовые решения у нас какие здесь? У нас есть голубой, мы сейчас видим его на Ульяне. Очень нежный флористический принт. Может быть, это те самые экзотические голубые, синие, mm-hmm. розы. А вот я выбрала оранжевый оттенок. Оранжевый у нас тоже есть в наличии. Для меня это более теплая цветовая гамма, которая поддержит то самое уютное настроение, которое заразит вас таким огненным, страстным настроением. Поэтому вот такое вот сочетание цветов на темно-синем фоне и в том, и в другом случае, оно нацелено на то, чтобы сделать вашу фигуру стройной. Вот такой вот многослойный прием, однако работает он всегда на ура. Ты знаешь, такое ощущение, что просто лето пришло к нам в студию, mm-hmm. ты сияешь невероятно. Одни мои тебе комплименты. Ой, вот твой адрес посылаю своими флюидами. Знаешь, как здорово, когда у нас есть вот такая палочка-выручалочка mm-hmm. в виде удобной блузы. Если вы нас смотрите впервые и говорите, да, мне нравится эта блуза, да, мне нравится голубой, или мне нравится оранжевый цвет, но я не знаю, как сделать заказ, все просто. Телефон многоканальный и бесплатный с любого уголка России. Вот под ценой. Лот 87-739. Выгоду вы получаете, позвонив прямо сейчас, 1300 рублей. Но давай поговорим все-таки про размеры. Давай. У нас есть наличие с 48 по 58. Угу. Сразу хочу спросить тебя, какой надела ты и какой на нашей Ульяне? Вот я выбрала 48 размер. Она мне слегка свободна, но я за это, понимаешь? Я люблю, когда есть такое легкое ниспадание, когда ткань струится. Я люблю немножко напуска, поэтому и надела с пояском. На мне 48 размер. Чувствую я себя вполне себе удобно. А вот на Ульяне размер сегодня 52-й. Именно это размер Ульяна. Она выбирает размер в размер. Кстати, при этом обратите внимание на рост Ульяны 170 сантиметров, да? Длина чуть ниже линии бедра. Соответственно, если у вас рост чуть ниже, вам эта туника слегка удлинится, что мне лично тоже очень нравится. Также обратите внимание, что и по груди, объем груди у Ульяны 102 сантиметра, в талии 82, а в бедрах у нас 112. Нам это особого значения не имеет, потому что у блузы у нас же достаточно свободный силуэт. При этом у нас есть вот такой потенциал у ткани. Вы посмотрите, насколько она тянется. При этом принт наш не деформируется, он легко возвращается в исходное положение. А это значит, что ткань практически не мнется, легко брать с собой, например, в отпуск. Это значит, что блузу мы легко стираем, она мгновенно сохнет. С утра постирали, вечером на свидание уже надели. Это фантастическое приобретение, еще и с шелковистыми нотками, поэтому тактильное ощущение очень приятное. Очень приятные и тактильные, и внешние впечатления. Девочки, вы выглядите совершенно фантастически. Учитывая то, что вы надели обе размер в размер, mm-hmm. можно смело приобретать на расстоянии. Ну и, конечно, сразу же получить выгоду, приобретая за 890 рублей эту роскошную блузу. Раньше она стоила 2190 рублей, но сегодня ваша выгода составляет 1300 рублей, и вы забираете эту блузу за 890 рублей. По сути, за эту цену можно сразу взять два цветовых решения. Вот я считаю, что они совершенно по-разному выглядят. Да, я согласна, потому что все-таки залог цветов здесь не только, я сейчас о цветах именно говорю, оранжевый и голубой, здесь еще и фактура и размер цветков, бутонов самих имеет значение, потому что в оранжевом более крупный принт, в голубом же цвете чуть менее объемный принт. Поэтому блузы наши смотрятся совершенно по-разному. Я вот вооружилась сантиметром совсем не просто так. Я сейчас приглашу Ульяну для того, чтобы произвести те самые необходимые замеры. Я измерю длину по спинке. Я напоминаю, что на Ульяне 52 размер. И обратите внимание, длина по спинке составляет 65 сантиметров. Соответственно, вот что сделала я? Я использую поясочек, поэтому длина у нас ни в коем случае не жертвуется. Я хотела бы обратить внимание еще и на крой рукава. У нас здесь нет проймы, у нас цельно скроенный рукав. Вот так вот мы его назовем. Ну, а-ля летучая мышь, так скажем. Он не вточной. Это дает возможность нам ощущать себя прекрасно и в зоне проймы. А вот здесь вот уже та самая интрига и настоящая женская загадка. Гипюровое кружево, притом очень и очень мягкое. Раньше кружево могло быть колким или непрактичным, а в данном случае даже кружево прекрасно тянется. И посмотрите, как здорово сочетается. Всего лишь 890 рублей. Это очень небольшие деньги. Один раз ходить в магазин буквально, а вы, приобретая такую блузу, обновите свой гардероб, обновите свой образ наступившей весной. И все это с максимальной выгодой. Ну и, конечно, припуски по швам дают вам уверенность в том, что посадка будет идеальной, если вы возьмете размер в размер. 87-739, номер лота для вашего быстрого и легкого заказа.